Всем привет! Сегодняшний влог начинаю вот с этой кучи мяса, а точнее ребрышек. На ужин сегодня будут ребрышки свиные. Готовлю я их первый раз. Хочу их тушить с картошкой, с луком. Вот лук, чеснок, морковь. Немного добавлю томатной пасты, специи, в общем, соль, перец, там какие-нибудь травки. Картошку выложу наверх, и каких-то пропорций у меня нет. Буду готовить, в общем, на глаз и по своей фантазии. Немножко посмотрела рецепт в интернете, но там, в общем, в духовке их надо тушить 2,5 часа. И такой сложный рецепт, я решила его упростить и сделать. Немного обваляла, сейчас буду их обжаривать. В общем, ребрышки тушатся в соусе, и потом попозже чуть-чуть, через минут 20-30, я еще картошку сюда наверх спущу. Вот такими крупными кусками она у меня нарезана. Это опять самый голодный кот в мире и шоркает двери, потому что вот за этой дверью у него еда. Проголодался? Ой, боже, сейчас получится. Смотрите, какая у нас сегодня из окна красота видна. Все деревья винии. На улице холодно. Туман вдалеке. Но сегодня последний вот такой вот холодный день. Неделю где-то у нас минус был. Сейчас будет плюсовая температура. Доброе утро всем! У нас сегодня понедельник, продолжаем наш влог. Так вот, я зажгла сегодня свечки. Понедельник, а я дома. Я опять на больничном. Костя тоже дома. В общем, что-то мы последнее время вообще с Костей расклеились. Болеем каждый месяц. Но должна сказать, что это Костя приносит с садика какую-то вот такую вот заразу. Болеет сначала сам, потом заражает всех вокруг. И в садике у нас вообще чрезвычайная какая-то ситуация. Сейчас вам по ходу видео все расскажу. Хотела показать, наверное, вот так вот будет лучше со вспышкой. Красота такая. Мне так нравится, когда горят свечи. И когда вот когда они не такие, а когда они вот такие уже. Когда они начинают деформироваться, когда воск вытекает. И вот они горят, и мне нравится за этим наблюдать, как они меняются. По ходу сгорание. В процессе сгорания. Кубик тут ходит. Ой, упал. Я его задела, он упал. Еще вот такая вот красота у меня здесь в вазе стоит. Сейчас пойду воду менять. Каждый день меняю воду, тогда розы стоят дольше. К сожалению, розы вообще долго, не очень долго стоят. Максимальное количество времени, когда у меня розы сохранились в вазе, это было, по-моему, 10 дней. Это было максимально.
Вот. Но я каждый день меняю воду, холодную, свежую каждый день наливаю, тогда они стоят дольше. Может, кто-то знает какой-то трюк, что может добавить в воду, или как можно сохранить розы в вазе как можно дольше. Жалко, потому что выкидывают потом вот такую красоту. Осталось также несколько раз засушить розы, но вот как-то у меня не получается. Видимо, я так понимаю, их надо, наверное, свежими их засушивают. И потом декорацию из них сделать хотела. Но каждый раз, как я это не пытаюсь, не получается. Они не просыхают именно вот там внутри. И, в общем, потом рассыпаются. Кубик, что ты на балконе холодно? Сиди. Ноет, сидит. Сиди дома. Там холодно. А вот Константин с недовольным лицом. Он не хочет сниматься. Константин уже выздоровел. У него только кашель очень сильный и насморк еще остался. Так что выздоровел, да не выздоровел, да, Костя? Не совсем. Все, я больше не буду снимать. Я пошла. Костя сниматься не хочет. Он сидит в своей комнате, смотрит телевизор, чтобы ему не мешали. Я сейчас на завтрак себе сделаю вот такой вот чай. Что-то в последнее время кофе вообще не хочется. Купила, вот сейчас даже не помню, в каком магазине, вот такой вот чай яблочный. И он мне так нравится, уже третий день пью этот чай, не могу напиться. Так мне понравился этот яблочный чай. По-моему, из Лидла, если я не ошибаюсь. Не стоит на упаковке где. Или из Кауфланда. Покажусь вам тоже немножко в этом видео, хотя видок у меня, конечно, еще тот. В общем, болею. Начну все сначала. Расскажу ситуацию. В общем, сначала заболел Костя неделю назад. У него поднялась температура, насморк, кашель. Вот, 3 дня была у Кости температура, потом стало ему полегче и остался, как я уже говорила, насморк, кашель. Через 3 дня заболела я, такие же симптомы, в общем, заразил меня Костя. Тоже температура была, по-моему, 2 или 3 дня у меня, 2, по-моему, если не ошибаюсь. И такое ощущение было, как будто я на себе носила бетонную плиту какую-то, такая тяжесть и простуда скочила на губе. В общем, давно я так не болела. Вот так вот именно с температурой. Мило у меня очень спину, бедра, в общем, кости выкручивала. Такая, в общем, но это не корона, я тестировалась, это не корона для тех, кого это интересует все еще. Ситуация в садике. В общем, вчера прислали нам сообщение нашей воспитательницы, что они обе болеют и не знают, что будут делать там в садике с нашей группой. Теоретически завтра Костя мог бы идти в садик, но я бы не хотела его отдавать, потому что еще насморк, все-таки не до конца он еще здоров. Ну и, в общем, там сократили часы работы в садике, так как все воспитательницы болеют. В общем, такая катастрофическая ситуация какая-то, все заболели, все вокруг болеют. Нашу группу садишную расформируют и раскидают детей по другим группам. Не знаю я. Короче, Костя остается дома до Нового года теперь уже точно, потому что садик работает так и так, только вот эту вот неделю последнюю. Вышли немножко с Костей прогуляться, зашли в магазин, потому что уже невозможно сидеть дома. Константин, тележку толкает. Чувствуется еще слабость, хотя мне завтра уже на работу, я не знаю, как я буду работать. Чувствуется, что еще не до конца я здорова. Смотрим занятия наши. Ищем себе какие-нибудь игрушки на вечер, занятия какие-нибудь, это наклейки. Костя себе взял вот такую игру, зачем-то мыло кинул. Мыло-то ты зачем кинул? У нас же есть мыло. Запасное. Так, что еще у нас тут интересненького есть? Чем мы можем еще заняться? Так много раскрасок. Одни раскраски. Это что такое? Тут уже кто-то порвал тигрика. Это кто-то порвал. Ага.
Где ты это взял? Точно, тетрадочка. Какие-то цветные. Бумага просто цветная. Какая красота. Или поделок. На кассу уже все, устал тоже? Да, устал. Пойдем. Есть. В магазине все разобрали. Подарочная бумага, полупустые полки. Вот здесь раньше много было сумочек подарочных. Все разобрано. Такие очереди, смотрите. Сейчас будем еще 3 часа в очереди стоять. Что-то вкусненькое хочешь вон на полочке? Посмотри, кексики. Вернулись мы домой. Давай, твой горшочек, наверное, уже не будем снимать. Ты уже из него вырос. Но на всякий случай еще остался он у нас. Вернулись мы домой. Костя вот такую вот себе башенку открывает. Сказал, ему очень нужно. Это, наверное, уже 1, 2, 3. Это 4-я или 5-я башенка у тебя. Вот что-то типа похожие игры. Вот одна стоит. Вот такой вот мост. Подожди, Костя, подожди, подожди. Разорвать коробку не надо. Можно же аккуратно открыть. Чтобы потом в нее складывать можно было. Вот же здесь, на стороне. Можно спокойно открыть. Сейчас, мама, подержи, пожалуйста. Финал в таких башенках. Собирать. Боже мой, ну крупные детали, слава богу. Там еще машинки где-то должны быть, инструкции. Наклейки, похоже, да? Вот наклейка. Угу, надо сначала собрать. Так, ну сейчас соберем. Как я понимаю, это лифт? Ты понимаешь, это лифт? Да. Угу. Вот этот лифт. Ой, как я вот это... Вот такие вот игрушки, где собирать надо. Мама не любит, Костя. Для меня прям это очень сложно. Вот это вот детальки, конструкторы, собирать все. Игрушку мы собрали, уже поиграли. Осталось только вот наклейки наклеить на нее. Но сейчас у нас обед по расписанию. Обед пропускать нельзя, да, Костя? Угу. Что у тебя на обед? Супик? Вот еще одну игру такую, мозаику мы с Костей купили. Вот такой вот щенячий патруль собирать. Это, конечно, терпение надо. Ого-го, какое. Вот из таких вот маленьких-маленьких бусинок можно собрать. Вот здесь вот типа что-то типа инструкции. Можно собрать вот такую вот мордочку. Как зовут этого щенка? Щенячий патруль. Ага. Или вот такую вот мордочку. В общем, Скай. В общем, два варианта, но как-то я думала, здесь есть какой-то либо пинцетик, либо какая-то палочка, чтобы как-то удобно. Нет никакого пинцетика. Надевать эти бусинки. Мама, если будет пинцетик, так будет нечестно. Да, ну мама с ногтями не может, к сожалению. Поэтому придется тебе по инструкции потихоньку вот это все собирать. И в конце, когда мордочка соберется, можно прогладить вот тут вот инструкцию. Вот тут вот на картинках показано. Мама. Прогладить утюгом, и получится вот такая вот картинка. Она слепится вместе. Можно такая вот мозаика. Держать. Держать можно? Да. В руках. Она не лосыпется. Хорошо. Будем собирать? Ну, да. В общем, вот так вот проходят наши больничные вечера. А как чем еще заняться на улице? Позови его, чтобы он работал. Когда работает, он мне поможет. Думаешь, поможет тебе? Да. У него ногтей нету, да? Нет. В общем, вот так вот проходят наши вечера на больничном. А чем еще заниматься? На улице ледяной ветер. Очень ледяной ветер. Очень ледяной ветер, холодно. И вот... Вот такие вот у нас игрушки на вечер. Вот такие вот занятия. Все, на этом сегодняшнее видео будем заканчивать. Такое оно вот получилось. Особо снимать как-то нечего. И совсем пропадать тоже не хочется. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Костя, скажи всем пока. Всем пока. Мам, пошли играть вот это.